С 7 января по 5 февраля в культурно-историческом центре «Успенский» пройдет выставка «Зимние праздники», которая подарит гостям ощущение торжества, надежды и веры. Выставка посвящена встрече Нового года и Рождества Христова. Гости культурно-исторического центра «Успенский» познакомятся с работами учащихся студии изобразительного искусства «Птица добра», с картинами члена Союза художников России Евгении Облязовой и с художественными изделиями из глины от лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Торжественное открытие выставки состоится 14 января в 14:30.